про милосердие. 23 января 2020 года, 17.47. Марина Юденич. Писатель, журналист. 10 января я приехала в исправительную колонию номер один в Икшу с коллегой Сергеем Леоновым из Анкмосковской области. Это было обычное посещение. Члены Анк регулярно бывают в местах лишения свободы, и планово, и откликаясь на обращения заключенных, их родственников информацию СМИ и социальных сетей. Также по теме. Надеюсь, огласка поможет. Правозащитники посетили все за осужденную за контрабанду израильтянку Нуаму и Сахар. Правозащитники посетили все за осужденную за контрабанду наркотиков гражданку Израиля и США Ноаму и Сахар. Девушка, которая в. И все же это была немного особенная история. Колония Выкши, женская. Шла рождественская неделя, и мне казалось правильным и важным именно в эти дни приехать именно к женщинам, оказавшимся в неволе. Считайте это гендерной слабостью. Но так было на душе. Так и сделала. Думала даже о каких-то гостинцах. Но тут, увы, существуют довольно строгие правила, нарушать которые из-за моих рождественских порывов никто бы не стал. В колонии и в изоляторе при ней, в общей сложности, около трехсот человек. Есть статьи тяжелые, не женские, убийства, грабежи. Есть экономические или хозяйственные, домашние девочки, аккуратные, мягкие женщины. Там слезы. Потому что они еще не привыкли и не поверили до конца. Есть ВИЧ-инфицированные и большой комплекс системных проблем, которые будем пытаться решить. Есть инвалиды. Вопросительный знак. Есть проблемы с проведением сложной диагностики, которой в ближайшем городе-то попросту нет гипертония, панические атаки. При том, что колония – одна из самых уютных. Понимаю, что не то слово, но другого подобрать не могу, среди тех, что довелось повидать. Вопросительный знак, но само это сочетание – женщины и тюремные стены – вызывает протест в душе. В одной из камер – израильтянка Наама и Сахар. Дело ее первоначально было громким. Задержали в аэропорту с 10 граммами гашиша в транзитном багаже. Она и не отрицала, что наркотик ее. Думала, что не ввозят его в Россию, потому что багаж в транзитной зоне аэропорта. То есть полагала, что законов РФ не нарушает. Но незнание закона, как известно, не освобождает от наказания. Ну и вот, семь с половиной лет общего режима. Потом была надежда на обмен на русского хакера, ну по крайней мере, обвиненного в хакерской деятельности человека, задержанного по запросу США в Израиле. Не сложилось. Потом апелляция. И буквально накануне суд вышестоящей инстанции оставил ее приговор в силе. То есть впереди еще семь лет колонии. И на тот момент неизвестно какое и где. Скажу откровенно, в камеру входила готовая ко всему, слезам, истерике, обиде, злости, отчаянию. Она улыбалась. Тонкая девочка, неплохо говорящая по-русски. Нет, жалоб нет. Нет, замечания нет. Нет, не холодно. Да, мама приехала, вчера было свидание. Да, кормить нормально, гостинцы с воли тоже есть. Три женщины-сокомерницы больше говорили о ней, чем о себе. Нет, я не пытаюсь сейчас нарисовать идиллическую картину. Тюрьма, как бы она ни называлась, какой бы образцово показательной ни была, какими бы свежевыкрашенными ни были стены и светлыми камеры, тяжелое, страшное место. Да, люди, которые оказываются в этом месте, в большинстве своем нарушили закон, порой страшно. И они должны быть здесь, порой. Впрочем, это отдельная тема, к которой я обращаюсь постоянно и буду обращаться еще много раз. Речь о том, что составов, по которым предусмотрен реальный срок, должно быть меньше. Москалькова заявила о готовности помочь Сахару полномоченный по правам человека в России. Татьяна Москалькова заявила, что готова помочь осужденной за контрабанду и хранение. Здесь не буду. Потому что хочу о другом. Уезжала я из колонии с перечнем вопросов, которыми необходимо заняться немедленно. Женщина с подозрением на онкологию, личность не подтверждена, гражданства нет. Как делать сложное дорогое обследование, непонятно. ВИЧ-инфицированные, которым уже долго не подтверждали иммунный статус, потому что лаборатория, выигравшая тендер на проведение анализов, мягко говоря, косячит. Еще несколько медицинских проблем матрасы кое-где поменять, потому что истончились. Еще кое-что по мелочи. На Аму в этом перечне не было, потому что помочь ей я ничем не могла, хотя несколько раз я возвращалась к ее истории и даже вопросы задавала большим дядькам, но оптимизма их ответы не вселяли. А еще я написала обо всем об этом у себя в социальных сетях. И пришли люди. С комментариями о том, с какой-то стати лечить зечку с онкологией, тратить деньги из бюджета на анализы ВИЧ-инфицированных преступников, жалеть мошенниц, рыдающих в неволе, умиляться тому, что израильская наркоманка хорошо держится в камере и ее опекают такие же преступницы-сокомерницы. И я поначалу даже не знала, что им отвечать. И как мантру повторяла формулу, с которой сейчас практически живу, а работаю совершенно точно, наказание не должно быть пыткой. И что-то про милость к падшим. И милосердие но они меня не слышали. А сегодня президент России Владимир Путин в Иерусалиме сказал маме на Ам и сахар, что все с ее девочкой будет хорошо. И я так понимаю, что это именно про то про милосердие и милость к падшим. Ну и так, совершенно на полях. 10 января. Икша. Выхожу из камеры, прощаюсь и практически в спину. Ой, какой хороший парфюм. Девочки, они везде девочки. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.